Этнопарк «Дружбы народов» расположен в Куйбышевском районе Самары. Он объединяет людей разных национальностей, которые проживают в регионе, представляет их культуру, традиции и обычаи. Это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий. Например, в этом фахверковом доме образца 19 века можно увидеть, как жили поволжские немцы. Этот дом отличается от всех других домов здесь представленных. Стиль этого дома называется фахверк. Иными словами, каркасно-засыпной дом. Если вы смотрели снаружи доски, да, те же самые доски внутри. Вот посмотрите, горизонтальные, вертикальные и по диагонали. Все это сбивается между собой, внешние доски и внутренние. И в пустоту, образовавшуюся между ними, засыпается все, что осталось от стройки. Проектирование и строительство парка проводилось с учетом мнения этнографов и архитекторов. Использовались традиционные материалы и технологии. При этом учитывались народные традиции и территориальные особенности возведения жилищ разных народов. Декоративное оформление, характерное для архитектуры каждого народа, было выполнено вручную народными мастерами. Многие строительные материалы были привезены с мест традиционного проживания народов. В национальных подворьях воссозданы различные хозяйственные постройки, выставлены этнографические экспонаты, предметы быта, национальные костюмы. Очень развивающий, я бы сказал так, особенно для молодого поколения, в частности, и для старого поколения, что-то вспомнить, что-то новое узнать. Я в некоторых домах, которые посещал, я не знал половины. То есть интересно что-то для себя узнать. Я на самом деле впервые в таком месте в Самаре. Я была в Саратове, в Оренбурге, в национальной деревне, и вот в Самаре впервые вот, в этих домиках. Но мы хотим в следующий раз без ребенка прийти, чтобы все домики посетить, чтобы все-таки послушать, как-то культурно обогатиться, что-то новое узнать. Вот, приедем обязательно. Этнопарк «Дружбы народов» – это живая площадка для сохранения и развития культурного наследия разных народов. При этом музей под открытым небом продолжает пополняться уникальными артефактами и ждет всех желающих жителей и гостей города. Узнать подробную информацию о мероприятиях можно по телефону 8-987-910-0039. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.